Домбра-пати в Караганде. В минувшие выходные в шахтерской столице впервые прошел вечер домбровой музыки. Для проведения данного мероприятия в Караганду специально приехали организаторы из Астаны. Чтобы собрать как можно больше участников, объявления о предстоящем вечере начали рассылать активные пользователи Фейсбука. Более подробнее Мирамгуль Салкимбаевой. Местом встречи для всех, кто желал поучаствовать в домбра-пати или же просто стать зрителями импровизированного концерта, стал монумент шахтерам. Люди с домброй в руках на вечер шли потоком. Здесь никто не соревновался в мастерстве. Все пришли лишь для того, чтобы подарить горожанам вечер народной и традиционной музыки, отмечает столичный организатор Алмаз Алтай. Сегодня домбра-пати в Караганде впервые. Мы слышали, что в Караганде этот вечер вообще не проводился никогда. И поэтому приехали пропагандировать домбровую музыку. Нельзя сказать, что карагандинцы пассивны. Мы думаем, что этот вечер в Караганде станет традицией и будут проводить его каждую неделю. Изумил публику искусным владением, национальным инструментом и завораживающим вокалом гости из Астаны Маралбек Сагинганов. Песню «Сойти с ума» группы «Рефлекс» он исполнил под домбру. К слову, данное мероприятие проводится каждый четверг в 15 городах страны. И не только. Столичные организаторы уверяют, домбра-пати уже нашла своих слушателей и за пределами Казахстана. Вообще мы хотим проводить это мероприятие не только на улицах города. Мы думаем организовать вечер в зданиях, как положено. То есть собрать как можно больше зрителей и участников домбры-пати. С тем, что вечер удался, согласились все, кто был на домбра-пати. Зрители и прохожие, которые просто не смогли пройти мимо импровизированного концерта домбристов, насладились звучанием народного инструмента. Войдет ли в традицию данное мероприятие, зависит от карагандинской молодежи. Рамгуль Салкимбаева, Бауыржан Алипов, Марат Культенов, Первый Карагандинский.